Жена мобилизованного россиянина поехала за ним в Украину и осталась там жить. Это Евгений Ковтков. Он уехал на войну осенью прошлого года и попал в плен. Жена Ирина Крынина пыталась вытащить его всеми возможными способами, но российские власти ничем не смогли помочь. Тогда женщина обратилась за помощью в украинский проект «Хочу жить». Там ей пообещали вернуть пленного мужа, и вместе с детьми Крынина переехала из Сибири прямо в Киев. Это побег. Очень страшно, я очень сильно переживала. Я всем сказала, что я еду на отдых с детьми в Турцию. Первая встреча Крыниной с возлюбленным состоялась под камерами. Женя. Возвращаться Крыниной в Россию теперь опасно. Ее может ждать уголовное дело. А вот ее муж собирается обратно на родину, как только состоится обмен пленными. Крынина останется в Киеве и будет помогать другим женам мобилизованных встретиться с мужьями.